Это китайская СМУ. Продолжаю наше путешествие. Блять, ну меня уже заметили. И, конечно, в этом мало хорошего есть. Но мы сделаем репортаж про китайское СМУ. Там еще одно помещение. И вообще-то их здесь дохера. Вот еще одно помещение брошенное. Иди ты лес. Ты хочешь, чтобы ты туда шел? Туда? Я сказал, буду обороняться, блядь. Ёбаный стыд. Где он? О, блядь. Нихуя себе. Блядь, тихо ты. Ты что, не слышишь? Идёшь ты нахуй. У меня в руках пушка. Ёбаный в рот. Ты хоть видишь что-нибудь? Тихо, блядь. Гаси пидоров. Нет пидоров? Нет. Эй, пидоры! Они могут быть там. Эти суки, блядь. Гаси пидоров. Я, блядь, знаю. Ой. Там никого нет, да? Ты говорил, блядь, это не кино. Ты говоришь, кино, блядь. Фу. А думал, там монстры, типа, да? Ну эти, блядь, знаешь, как их? Оборотни, да. Такой дом хороший, блядь, его восстановить-то, жить там. Суки. А ведь это был какой-то СМУ. Там жили чуваки. Тихо, блядь. А это было не вам. Видишь? Они туда спускались и купались, блядь. Херка себе, блядь. Ты понял, да?
Ладно, все. Выгляжу как полный идиот, блин. Чего они там? Сейчас скажи, что ты не боишься. Ёбаный дурак. Как ты можешь, блядь, чего-то бояться? Очевидно, здесь когда-то кипела жизнь. Вы ощущаете эту херню, а? Грёбаные монстры. Нету никого. Отходим, отходим, блядь. Грёбаные зомби. Типа как в кино, да? Ты либо есть. Ага, блядь.
Суки, будь осторожен. Они могут выйти из любой дырки, блядь. Ну, срывай. Думаешь, их нет? Они, блядь, там сидят. Дай кирпич, блядь. Где оборотень? Оборотень в погонах, блядь. Я готов обороняться. А? Да какая разница в жопу, блядь. Пусть он будет даже без погон. Оборотни — это страшно. Не надо оборотней. Не нападайте на меня, иначе я вас замочу, блядь. Спасибо, братья! Так, выходим на прыжку и смотрим. А там, ну, блядь, иди в жопу, блядь. Не пойду больше. Я только хочу что сказать. Понимаешь? Да, вам, блядь, кажется, что это... Вам кажется, что это тупорылое путешествие. Но я вам скажу. Вот видите, да? Китайский отсосный завод. Все, что можно было, отсосали, а все остальное выкинули. Вот. Видите, да? О, все, да. Это был китайский отсос. Видите, что это? Боже. А вот здесь были рельсы. Как сказки. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Едут поезд, запоздалы. Туда-сюда. Что говорю? А что ты говоришь? Ты поменьше говорил бы. А ты знаешь, в какой стране живем? Могут на шишку посадить. Вот. На шишку! Понял? Только все развалено. И речь спизжен.